Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, и мы продолжаем с вами Звездные войны Галактику Героев. Сегодня мы на Тохе немножко поиграем. Я опять же уже предвещаю комментарии, которые были к прошлому видео, но которое еще не вышло, потому что я записываю все подряд в один день. И те ошибки, которые происходят, я в них не вижу ничего плохого. Почему? Потому что они в основном не повторяются. Кстати, 4 легенды ЛВ без ульты. Но зато таким образом можно получить интересные ответы на вопросы «что если?». Почему? Потому что в основном все контрят, по реликам, кстати, палач херовый, в основном все контрят одними и теми же пачками. То есть редко бывают исключения. Почему? Потому что, во-первых, страх, неуверенность, прочая хуйня. Поэтому заходи обязательно ко мне, смотри мне на все насрать. Соответственно, у меня можно найти варианты, как заходить. Ну, как и контры, какие контры должны быть, так и варианты, каких не должны быть, но бывает такое, что они срабатывают. Не всегда, конечно же, но тем не менее. Ладно, хорошо, хорош глагольствовать, разглагольствовать. Сегодня меня интересует кто? Меня интересует Кайло Рен, сука, с сестрами. Меня интересует ЛВ, но опять же ЛВ... Ой, тут датакрон, наверное, на Вейдера, да? Да. Так, подожди. Сначала КЛС забрать. Сначала КЛС. За кого? Так, на Тохе пока отлетать не готов. Давай сначала посмотрим контры. Блядская, это 3 на 3. Я его вообще терпеть ненавижу. Я сюда перемещу, на этот экран так будет проще. Кто меня здесь интересует? Кайло Рен. Кайло Рен, Кайло Рен с сестрами, а не просто Кайло Рен. Его бьют за МДК. Угу, это понятно. Млюк. Млюк, Рлюк и Отшельник. Млюк, Рлюк и Отшельник. И Отшельник. Кстати, интересно. А давай мы тогда поступим следующим образом. Мы сегодня все бои будем проводить согласно СВГОХ. О, контент, ебать, придумал, точно. Как СВГОХ скажет, так мы и будем сегодня проходить. Вот это я прикольно придумал. Так, сюда шлепну. На, держи тебе в пучину. В бочину, точнее, да, и в пучину, и в бочину. Давай таким образом поступим. На. Бляха, какой же Рлюк сасный и опасный. Пиздец просто. А ты, насколько я знаю, да, умеешь игнорировать провокацию. Хорошо. Так. Мне бы подлечиться. Кто у нас тут игнорирует эту провокацию, пацаны? Ты игнорируешь провокацию. Давай вдвоем. Раз. А сколько смертей уже было? Два. А, все нормально. На. Хорош. Допустим, такой вариант у нас прошел. Далее, Лорд Вейдер, Лорд Вейдер, ну здесь контра, скорее всего, будет за непосредственно МДК, скорее всего, давай сразу смотреть, Лорд Вейдер, Лорд Вейдер, все беру со svgoh.gg, сегодня не думаю прям вообще, серьезно, вот сказано иди так, я сразу же так и иду. Если я найду здесь Лорда Вейдера, его почему-то нет. Вот уже вторая страница пошла, и до сих пор нет Лорда Вейдера. Нихера себе, прикинь. А куда он делся? Не по... А! Так. Вот он. Кайло плюс Ват. Кайло, Кайло, Кайло. Кайло, Кайло. Феник, Кайло, Кайло,
МДК. 44% за МДК, а чё так низко? Это из-за того, что здесь сам Вейдер еще есть? Так, подожди. Наверное, имеет смысл сделать вот так. Тогда у меня пачек не хватит. Орлюк, Мотма, Орлюк, Мотма. Репост. Ну вот репост может помочь. Давай, наверное, таким образом попробуем. Хотя, опять же, по идее, здесь же танка нет. Если я Вейдера быстренько вздерну, то все будет чики-пуки. А по идее, я его должен вздернуть. Да. Все, хорошо, нормульды. Да, в смысле? Ты сколько раз подряд мы по нему промазали? У него модуль датакронного уклонения, что ли, стоит? Такой есть, я знаю. Раньше многие шутили, уклонение, меткость, вся остальная хуйня. А сейчас ввели датакрону и хуй попадешь. И реально придется добавлять, ну, не меткость, а как она, точность. Стрелку ставить на точность, ёптель. Так, поехали. Избавляемся от этой сволоты. Без ульты он нам все равно не страшен. Да и с ультой так-то тоже. Бляха, бонусная защита на кошке пропадает. Ну МДК, ну добей, ну ёб твою. Мразь. Один стяг потерял. Ох, МДК, МДКевич. Далее. Бляха, тут омикронов, дотакронов. Смотрим. Непосредственно смотрим дальше. Товарищ, кто же ты? Кто же ты? Квай. Квай, квай, квай. Слушай, а почему я смотрю 31-ю великую арену? Давай, наверное, 29-ю. Хотя можно, в принципе, и 31-ю, наверное. Ничего страшного в этом нет. А как он на английском пишется? Квай Гуин Джин. Куи Гон Джи. Ебать. Товарищ легенда Палпатин. Товарищ легенда Палпатин. Не, ну я. А я что могу сделать? Мне сказано, иди за легенду Палпатина. Я иду за легенду Палпатина. Я не буду спорить с игрой, я не имею на то права. У нас был челлендж, я этот челлендж выполняю. Все, не ебет. Поехали. Правда, потом вообще никаких пачек не хватит. Ну, это нормально. А что ему тут надо? Отрицательные эффекты снимать? Товарищ ГК в любом случае получит провокацию. Угу. Да, ты со своим глазом-то так-то заебешь. Опять под провокацию, да? Ну, я тогда переключусь. Ага. Под предвидение, точнее, не под провокацию. Держи.
таким образом. Да, поехали, уже в ульту перейдем. Мразь. Просто мразь. Но не страшно. Ладно, хорошо. Что дальше система у нас показывает? ПП Фазма. Фазма с непосредственно омикроном. Больно, больно. Фазма ПХ Фазма. Давай смотреть. Малок, имперские штурмовики. Малок, имперские штурмовики. Пойдем Малока. Малок на первом месте. Он, значит, пойдет в атаку. Нет, я повторяю, от меня ничего здесь не зависит. Я тут совершенно ни при чем. Каждый раз, когда враг уворачивается от атаки союзника из фракции «Темная сторона», последний получает повышение стойкости на 2 хода, а на врага накладывается снижение увертывания на 2 хода. А давай. А хули бы и нет. Поехали. Шау делаем, просто по самое не балуйся. Первый пошел. Эти предвидения не имеют никакой силы, когда персонаж в стане находится или под действием страха. Малок просто красавелла. Просто красавчик. Так, вот эта пачка уже, скорее всего, супер нестандартная. И вряд ли, чтобы она здесь... вряд ли, что она здесь будет. Да, пачки такой нет. Выносят за имперских штурмовиков с пиетом и темненьким, либо за РСМ. А РСМ, по-моему, в защите стоит. Угу. Тогда остаются имперские штурмовики. Таким, собственно говоря, образом. Не какой-нибудь датакрон. Стойкость, хуёйкость, эффективность, особый урон, сопротивление, физический урон, особый урон. Да давай что-нибудь поставим, просто чтобы было. Угу. Вопрос только, кого здесь первого выносить. Бляха, давай попробуем его убить. Хорошо. Отлично! Ебать, темный мразь творит грязь. Хорош. Ладно, поехали дальше. Так. Ну, я здесь не вижу особых проблем пока что. Давай наверху посмотрим. Бракованная партия. esvgeoch.gg. Бракованная партия. Там у нас охотник. Это Хантер. Хантер непосредственно. И смотрим. Браковка либо КЛС, то есть либо зеркалом, либо зеркалом, либо повстанцами. Можно с КЛС, можно без КЛС. Окей. Ну, скорее всего, что это у нас будет, конечно же, без КЛС. Подожди, а там какой Чубака? Там обычный Чубака. Ну, давай датакрончик тоже светленький дадим. В начале боя шиха получаем. Отлично. Просто шикарно. Феноменально, я бы даже сказал. Так, эхо. Бляха, и вы... А, они оба в инвиз ушли. Ну тогда насрать.
А мы еще и отхилились к тому же. Как-то... Подожди. Хакс. Ладно, поехали дальше. Хакс, кстати, пишется как Хукс. Падме, Асока, Мейс. Среван, либо бракованная партия. Среван не хочу. Падме, Асока, Мейс. Падме, Асока, Мейс. Падме. Мейс, Асока. Подожди. Бракованной партии у меня в принципе нет, поэтому я не могу ими сходить. Просто что-то мне подсказывает, что мы сейчас столкнемся с той ситуацией, что у меня просто закончатся необходимые пачки. И потом придется в любом случае придумывать самому какую-то хрень, какую-то дичь. Угу. Доп. Защита мне нужна. Ой, вот это хорошо сейчас будет. Бляха от сандалика. Не надо быть хорошим игроком для того, чтобы в принципе играть. Надо достаточно просто заходить на СВГУ и смотреть тупо контры. Че за хуйня? Где Боск? Вампа раскладывают. Вампа раскладывают. Я что-то прям... Да ладно. Ну хотя, по идее, с другой стороны, Боба никак не должен напугать. Учитывая, что у нас стойкость и хуилиард, а у него ракета стакается именно с различных эффектов. И лечиться они не будут, потому что они не могут на меня никакого говна накинуть. Ну, бомба не считается. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Допустим. Допустим. А подожди, а как этого пиздюка зовут? Это же Танскенский... А, нет, это Уро-Руро-Руро-Руро-Руро-Руро-Рур. Уро-Руро-Рур. Охотники. Боск, Мандо и Гриф. Вампа, Триумвират и... Имперские штурмовики. Бляха, во, все. Во, видишь, теперь закончились варианты. Теперь закончились варианты. У меня уже нет таких пачек просто-напросто. Так, сестер мы пока не трогаем, пока оставим. Давай тогда позаберем кого-нибудь посильнее, а там дальше будем крутиться уже думать. Во, Падме. Падме, Падме, Падме. Ну это по идее должен быть Среван так-то. Падме Амидала, Сока Мейс. Гэс? Гэс? Да ладно, ГЭС. Да, ГЭС. Не, ну как скажете, ну я вообще не имею права сопротивляться. Усиление защиты.
Наклад на врага отрицательный эффект. А наложит ли отрицательный эффект? О, репост. Репост хочу. Репост хочу, репост получу. Лёх, нифига СВГО ГГ какую грязь творит. Я ж обычно к ним никогда не обращаюсь, а тут нифига себе. А, подожди, ну так с репостом, конечно. Потому что он же бьет сквозь защиту, и срать он хотел на дополнительную защиту. Ну-ка, зарепости ее. Веселье, да и только. Ёптель, птеродактиль. Так, поехали тогда ты теперь. Кайло Рены у нас пойдут в бой. Выберем вот так вот Кайло Рена. А, он же не Кайло, он же Кило. Да, я все время забываю. Кило Рен. Рлюк плюс отшельник. Нету. Нет. Короче, все варианты, которые есть, доступны мне, их у меня на данном этапе нет. Блять, придется придумывать самому тогда рыцарь-джедай, наверное. Не-не-не-не-не, подожди. Будем искать варианты, те, которые есть. Потом, когда уже не останется вариантов, будем что-нибудь думать. Во, давай, например, тебя. Иден Версио, сложный соперник. Посмотрим, что говорит у нас СВГО ГГ. Вампа. Триумвират. Во, все, уже нашли. Все, поехали, Триумвират. И ситхи. Почему я имперских штурмовиков хотел искать? Так. Пацаны, надо вам датакрон? Утохи дохуя, берите. Давай любой вот тебе на насрать вообще. Ну, чисто чтоб был. Ну, мало ли. Хотя эффективность вот так-то может еще и подсобить немножко. Угу. Сюда ходи. Да. Я делаю вот так. Сюда. Ой. Переборщил. Больше так не буду делать. Угу. Так, погоди. Не, ну это жесть. Ну то, что Триумвират забирает здесь, это понятно. Далее, кто у нас еще? Давай избавимся, знаешь, от кого? Меня немного напрягает, вот как бы это странно ни звучало, а именно Таскины, потому что это сволочи, еще те сволочи. Что у нас там по Уруру, я уже забыл. Урурур. А, да, тех, кого у меня нет. Давай тогда ебанем просто силищей непомерной, вот непосредственно таким образом. На мод мы как влепим датакрон и вынесем этих тварей по самое не балуйся. Надеюсь. Просто помню, как-то раз залип с этим, то что невозможно было их убить. Вот, видишь, о чем я тебе говорю?
Вот как? Ага, одна смерть, одновременная смерть обоих. Ёбнешься подгадывать этот момент, я тебе серьезно говорю. Так, а сестрички с Асаж, соответственно, Асаж, Вентрес, имперские штурмовики, Триумвират, Вампа, Гэс. Да, так у меня нет уже всех этих. А, так подожди, они же без зомби. Так вообще насрать. Да? Насрать же мне? Или не насрать? Че у тебя по скоростям? Не, это нельзя брать, это для Вейдера остается. А, так здесь и то подходит. Ёб твою мать, поехали. Два датакрона с перезарядкой способностей. С откатом, точнее. Это было плохо. Ладно. Но это империя. Блин, какой же мерзотный датакрон. Ну серьезно. Мне так давно скинули видос, где Вейдер выносит в соло. В соло, блядь, млюка с этим датакроном. Я вообще прихуел. Ну как так можно-то вообще? Ну, в смысле? Ну серьезно. Ой. Так. Кого мы там ищем? Мотма. Мотма. Гэс. Иден Версио, КЛС Вампа, Старкиллер, бракованная партия, имперские штурмовики, Триумвират, Эвоки. Короче, все те, кого у меня нет, к сожалению, но у меня есть, опять же, Вейдер и... А, Вата нет. Подожди, а я ж по скоростям же, по идее, их уделываю. Здесь точно не будет скоростей. ХЗ вообще. А что, слишком мало отрицательных эффектов я нанес? Почему датакрон-то не работает, я не понял. Короче, не знаю почему. Ну, вроде работал, но, наверное, что-то не то пошло. Насрать. Эвоки. Эвоки. Так. Эвоки. Ага. Вообще нет информации. А на кой хер я пишу эвок? Это же чирпа, ёб твою мать. А я тупо эвок пишу, понимаешь? Ну это я дурак. Чирпа. Так, смотрим. Вампа-вампа, Энфиснест, вампа-вампа, Энфиснест. Нет ни того, ни другого. Что делать, хуй пойми. А что, мне реально Энфиснест нету? Утохи, точнее. Может где-то и есть, но скорее всего в защите. Ладно, хорошо.
насрать, поехали. На Малгуса даже датакрон есть. Ой, что творю? Ну это правда не я, это СВГО ГГ, я тут ни при чем абсолютно. Не! Базлой! Не! Ой, как мне это нравится. Заметил он, когда делает этот прыжок, там зеленая надпись выскакивает «Мы вернулись». Это прям звучит охуенно. Ой, да ладно, нас любой вообще датакрон ставим и поехали. Ну почему я с реванпаком пошел? Кто мне расскажет, кто подскажет? Ну ты мрач, конечно. Угу. А, у нас же еще флот. Твою мать, я думаю, все, пипец, приехали, приплыли. А у нас же еще флот. И, судя по всему, еще и без палача. Давай сделаю непосредственно вот так. Непосредственно так. Сделаю, забегу сюда, запрыгну. Сделаю, наверное, вот так, чтобы с ревана отхилять. Бляха. Йода, мразь. Среван, хиляй нас всех. Все, это фул. Это фул. Получается, по большому счету, имея, в принципе, то знаешь, даже ничего не имея. А, нет, вот и палач, мразь. А у меня же палач в атаке. Нет, в защите. Если заранее распределять паки, то вообще, в принципе, ничего сложного нет. Просто зашел на СВГО, ГГ и все. Ты понимаешь, насколько это ущербно? Это плохо? Это отвратительно? Я серьезно говорю, такого не должно быть. Реально не должно быть. Мы же сегодня практически все паки забирали по, грубо говоря, по инструкции. Да, опять же. Там не указаны релики, не указана там дополнительная информация, типа там омикронов или еще что-то. Там не сказано ничего касательно расходовок. То есть, что, где, как должно быть. В этом плане я согласен. То есть, СВГО ГГ дает тебе не готовые варианты, а полуфабрикат. Но в любом случае, минимум 50% такой подсказкой, 50% работы уже выполнено. То есть тебе реально остается просто не спешить и по-человечески потихоньку вынести соперника. Я это к чему-то, что это неинтересно становится немножко. Ну-ка, давай прям челлендж такой. Каждый сыграет по одному раунду, следуя инструкциям СВГО ГГ. Не тупо отключая мозг, но как бы по, именно по инструкциям СВГО ГГ, и в дальнейшем напишет результат в комментариях, либо в группе в телеге. Мне прям интересно стало, неужели все настолько ущербно? Если это так, то это неинтересно. Я тебе серьезно говорю. Угу. Так, вот...
Бляха, стерву-то не хотелось бы убивать, конечно. Пока что. Кто там, шпион? Шпион. Бляха, да что ж ты такой непробиваемый-то, дружище? Ну, серьезно. Сдохни, тварь, пожалуйста. Болезненно. Блять, стерва умерла. Вот и все. Вот и все. Ну, на палача мы уже не пойдем, потому что нам банально нечем идти. Неким. Да и в принципе... А, кстати, подожди, стой. Нет, мы пойдем на палача. Потому что у него там нет подкрепа, и мы можем получить еще один стяг. Следовательно, на палача мы пойдем. Тип вот так. Тип вот так. Тип так. Тип так. Типа бикс. Типа вот так. Типа вэдж. Да насрать. Все равно не заберем. Не умею я за повстанцев. Да на повстанцы, в принципе, контрата такая себе. А я по флоту не посмотрю. Подожди, а на флоте там есть СВГ ОГГ вообще, нет? Надо было же еще по флоту, наверное, посмотреть и тоже идти по инструкции с СВГ ОГГ. Да, мою единственную надежду высекли моментально. Он мог просто отключить защиту бокса. И бокса, и боска, и всех вообще. И мы могли бы дать ему хоть каких-то пиздюлей. Не спрашивай, почему я упоролся именно в то, чтобы долбить боска, просто потому что тут не имеет уже значения. Очевидно. А ты мразь, а ты мразь, ля ты крыса, конечно. Больно. Больно, больно. Я понял тебя. Но один стяг-то я получил. Хорошо. Плюс один стяг. А, допустим. В принципе, экспириенс как таковой получился интересен, по крайней мере, мне. Фактически ничего не делали, просто зашли, вбили необходимые ответы. И, слушай, ни разу же не обосрались? Ведь, в принципе, это получилось достаточно весьма неплохо. Да, стоит акцентировать на том внимание, что, опять же, склад у Тохи неплохой, да, и он нам позволял пользоваться, использовать рекомендацию СВГ ОГГ для того, чтобы бомбить соперника. Тоха? Надо повторить. Определенно. Ладно, ребятушки, на этом у нас все. Подписываемся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty. Пишем комментарии, ставим лайки. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Роман. И да пребудет с нами сила.